Более 30 домов уничтожены лесными пожарами на западе Австралии. Вышедший из-под контроля огонь добрался до населенных пунктов. Сотни людей эвакуированы. На борьбу со стихией брошены все силы спасателей. Против них сыграла погода. С огнем почти справились, но сильные порывы ветра вновь раздули пламя. Оно начало распространяться дальше. Делать какие-либо прогнозы теперь никто не берется. Между тем, власти начали расследование причин пожаров. Подозревают поджог.